президента, задача развития экономики в стране состоит в том, чтобы приблизить уровень благосостояния к среднеевропейскому и создать обширный средний слой населения. Для этого нужна ясная долгосрочная стратегия по развитию предпринимательства, упорядоченное нормативно-правовое регулирование и мотивирующая предпринимательская среда. Президент недоволен ходом принятия бюджета этого года и прекращением работы режима микропредприятий, которые вызвали обоснованную критику бизнесменов и общества. Президент отметил, что будет внимательно следить за выполнением обещания, в котором Минэкономики обязалась к июню разработать новую концепцию режима работы малых и микропредприятий, а также концепцию поддержки бизнеса. Были затронуты и вопросы энергетики. Президент не понимает, почему реформа обязательной закупочной компоненты, продвигаемая Министерством экономики, подразумевает рост расходов именно для экономичных предприятий, когда экономное предприятие за электроэнергию платит больше, чем потребители большого объема электроэнергии.